Друзья, всем привет! Нам часто говорят, что добро не должно афишироваться. Тогда никто не узнает, что есть столько добрых и неравнодушных людей. Я сейчас говорю не о себе, а о людях, которые помогают нам. Огромное вам спасибо! В этом видео мы продолжим добрую традицию помогать пенсионерам. Я вас очень прошу, подписывайтесь на мой инстаграм-канал. Там я отвечаю на все вопросы лично, провожу прямые эфиры. Также вас прошу, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Тем самым вы помогаете нам продвигать наше дело. Спасибо вам огромное. Дедушка, как вас зовут? Василий Андреевич. Василий Андреевич, меня Сергей. Можно я вам сделаю подарок, оплачу лекарства все ваши? Согласен. Пожалуйста, спасибо. И за вас заберу. Три штуки. Тоже карточку сделайте, я оплачу эту карточку. Это самое. Вот это вот пойдет, нет уже? Нет, уже все. Ушло. В прошлый раз забыла. Мы оплатим сегодня. Уберите, пожалуйста. Это не только от меня, это еще от моих друзей хороших. Это чудо. Это вы разоритесь. Не разоримся. Это не только моя помощь. Ой, спасибо. Пожалуйста. Знаете, они вам пригодятся. Отчитайте. Чек. Да ладно, бросьте. Давайте, убирайте денежку. Карточкой только можно? Не выдумывайте. Я не выдумываю, послушайте. Давайте. Я не выдумываю. Мы сейчас всем помогаем, не переживайте. Спасибо. Вы подумайте, возьмите еще что-нибудь себе. Больше нечего, я уже набрала. Давайте еще что-нибудь вам возьмем. Больше нечего, молодой человек. Все, я уже вы набрала. Понимаете, это не только я помогаю. Понятно, большое спасибо. И добрые люди помогают тоже. Дай вам, Господь, здоровья. Тортики любите такие? Не, не надо, сейчас не нужно. Тортик вам возьму такой. Возьмите тортик, я оплачу. Возьмите, это вам подарок просто. Спасибо. Аристол стоит 241 рубль. Таблетка. По одной таблетке два раза в день принимать. Курс 20 дней. Спеньте вы. А давайте, вот давайте. Вот давайте вот это. Вот это. Мы оплатим, не переживайте. Зачем? Это просто подарок был. Просто подарок. Спасибо. А то у меня всего 300 рублей. Да. Денежку уберите, и мы все оплатим. Возьмите еще что-нибудь. Я вас уверяю, это просто подарок. Ну, не переживайте. Я даже не знаю. Возьмите. От давления, знаете, на Д. Дом, а конец лом. Бисопролол. Да, мне 2,5. Спасибо вам. Пожалуйста. Здоровья вам большое. И тортик еще дай. Давайте тортик. И тортик еще чародейку дайте, ой, пожалуйста. Ну что вы, что вы. Вот тортик. Так, пойдемте чай пить, я тут рядом. Спасибо. Мы квартирки к Митине попали. Берите, бабушка. Да, можно в райду уходить, правда. Не, берите, если надо вам. Да. Я вам оплачу. Бывает. Я вам серьезно говорю, я помогу. Ну, дайте кусочек, дайте все. Берите, берите, вот, запакетик сразу, берите. Держите. Вы скажите, вам еще что-нибудь надо? Неудобно. Прекратите. Давайте вам возьмем, что надо. Хорошо? Сейчас я вот корзиночку возьму, наберем вам покушать. 8. 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 8
поживем. Ничего страшного. Спасибо. Господи. Скажите, как вас зовут? Сергей. Прям пойду на крещение, обязательно вас помяну. И просто скажите еще, что всем добрым людям, кто помог, потому что это не только моя помощь. Ой, спасибо вообще. Пожалуйста. Пожалуйста. Здоровья вам крепкого. Вы уберите карточку. Я плачу серьезно. Но я лекарства еще беру. Да, все, берите, я плачу. А берите. Вот деньги есть, да? Есть чуть-чуть, не переживайте. Оплата плохо. Спасибо большое. Пожалуйста. Молочко берите, конечно. Молочко. Давайте, давайте. Как вас зовут? Раиса Васильевна. Раиса Васильевна, меня Сергей, очень приятно. Спасибо. Да, я Ольга. Берите, Раиса Васильевна, подумайте, может, рыбки какой. Масло всего. Ну и все, и знаете, спасибо. А макаронов, каш никаких не надо вам. Возьмите крупы какой-нибудь, когда дом был. Макарончиков. Вот, отлично. Скумбрию вон возьмите. Ну, давайте одну скумбрию.
скумбрии возьмите. Вот. Возьмите еще вот сладенького вон кину. А? Вкусненького. Любите семечки? Ну, возьмите. Кидайте, конечно. Вот это, да? Хорошо. На карточку потом сделайте, пожалуйста. Возьмите денежку. Чеки, покупку, денежку заберите, за вас уже оплатили. Всего доброго. Мужчина за вас оплатил. Это подарок вам небольшой. Спасибо, дорогой. Пожалуйста, сколько же вам лет? А? Сколько же вам годков? 78. 78. Дай Бог здоровья вам. И вам на долгие годы. Храни Господь. Спасибо вам, спасибо большое. А это брала костюм. А это? Это давно. Да, 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 да. Ваши чеки, покупка, всего доброго. Вам сегодня оплатили. Вам сегодня бесплатно, пенсионерам. Да? Да вы что? Да, 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 да. А метопролол можно еще попросить? Возьмите, возьмите, пожалуйста. Деточка, спасибо. Пожалуйста. Пятерка, шестерка там это. А блядь, тоже? Вам детские? Ну, чтобы там недорогие сильно это. 579 рублей 54 штуки. Оплатим. И эти бабушки витамина можно 85 лет какие-нибудь тоже недорогие. Берите, берите. Пользоваться. Берите. А тогда деньги не доставать? Не доставайте. Ой, как хорошо, молодой человек. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Дай Бог вам здоровья. Пожалуйста. С Новым годом. Ну что, 580? Поменьше. 20. Давайте такую, побольше. Я оплачу, оплачу. Честное слово, давайте побольше. Попали палец. Спасибо. Так, большое. Пожалуйста. Ну, еще 100 иксов. Угу. Да вы ничего не нету, я плачу. Не переживайте. Большое спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. А давайте карточкой я вам оплачу за бабушку. Можно так сделать? Можно так сделать? Нет. Вы не позволяете мне платить за бабушку? Бабушка дала уже деньги. А я могу оплатить, и вы вернете деньги бабушке. А зачем? Ну, чтобы вам хорошее что-то сделать, мне приятно будет. Смотрите. Ну, можно так сделать-то? Можно. Можно? Вы так, мне разрешаете? Вы подождите, вот я с поставщиком, вот я даже не посмотрела, понимаете, а вы мне тут... Я вас отвлекаю, наверное. Конечно, отвлекли вы меня, поставщик ушел. Верните деньги бабушке, я плачу покупку. Спасибо, сынок. Пожалуйста. Дай Бог здоровья тебе. Вам здоровья крепкого. Да. Скажите, в аптеке вам надо чего-нибудь? А я уже ходила, уже набрала чего. Точно ничего? Ничего мне не надо, не да? надо, не надо. Спасибо. Ну ладно, дай Бог вам спасибо. Здоровья. Да, а здоровья. То не стесняйтесь, давайте купим вам все, нет, что надо. Нет. Костыль-то. Оставлю, а тогда сын приедет. Ну, смотрите. Ну, ладно. Ну, сынок, дай Бог тебе здоровья. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Ну, ладно, всего доброго. Спасибо. А то могу довезти, смотрите. Да нет, да? Я потихоньку, да. Ну, ладно. Я недалеко от вот угла. Хорошо, все, до свидания. Спасибо. Пожалуйста. Дай Бог тебе здоровья. Пожалуйста, пожалуйста. Всего доброго. Всего доброго.